провел контрольное взвешивание оборудования, которое нашел с собой. В итоге получилось около 13 килограмм. Ну, я их не считал, не складывал цифры, просто чисто округлил. Ну, такое вот. А что у меня входит в сумку, кроме усилителя? Миксер, лилипут, и раз, лилипут. Две педали, дилей. Два гитарных кабеля, один микрофонный кабель. Резервный блок питания. Литиевая батарея для усилителя Cool Music. Сам усилитель. И два аккумулятора крона на 650 мАч. Вот так вот. Сегодня погода такая не очень. А все равно надо играть. Все, это будет выложено на мой канал. Всем спасибо. Хорошего дня.